девочки, мальчики, мужчины, YouTube. Бонасера. Бонасера. Ура. Мы едем с ним в аэропорт. Я возвращаюсь в Италию. Уже потом тому подобное расскажу. Ходили в этот самый ночной клуб, уже там снимать не стала. Потом тоже могу рассказать, если интересно, почему не стала снимать. В общем, едем в аэропорт. Аэропорт от Измира недалеко, где-то, ну, где-то минут 30. Сзади лежат мои два пальто. Одно розовое, которое в армии, некоторые вещи, но там в основном туфли. Мне, кстати, нужно ему еще дать какие-то там указания, чтобы он мне больше починил. Мои танцевальные туфли немножко поломали, резинка, она застежка растянулась. Надо, чтобы он ее починил. Я пишу, что я кому-то не забуду, я ему скажу, пишу, потом напишу мне смс. Дальше едем в аэропорт. Такое какое-то состояние, знаете, недосказанность. На улице жарюка, я в костюме, который купила Александре, водила его на себе, потому что у меня билет без багажа. Тоже вам потом все объясню уже в аэропорту. Сейчас проверила свой телефон и все свои посчитала. Посчитала раз, два, три, блядь, 15-й айфон просранный просто. Говорю, где как? Я говорю, как подключить интернет? Она говорит, паспорт. Что с паспортом делать? Вот так. Что я должна делать, мне непонятно. Ой, интернет, что? English, русский, все, пошли, русский. Бесплатный интернет. Паспорт. Дашу мне его. Так у нас нет такого паспорта, что приложить, куда? Слышишь, ни один не подошел. Прочитать ваш паспорт, попробуйте еще раз. Как его читать? Куда сувать? Вы что? I'm sorry. Интернет, паспорт. I'm sorry. Интернет. Wi-Fi. Wi-Fi, да. Wi-Fi. Это паспорт. Как, вот так? I'm not. Помогите, что делать. Для того, чтобы подключить, выберите один из интернетов, удостоверение личности и паспорта. Девочки, 15 айфон, наверное, в сумке, которую я оставила в горе, потому что он мне позвонил, говорит, я через 10 минут буду. Вот он говорит, я подъехал. Девчонки Саша и Оксана мне помогли вынести вещи. Я еще им сказала так, телефон, говорю, раз, два, три. И у меня была еще одна сумка, которую я ему оставила, чтобы он мне починил мою танцевальную обувь. Резиночка разъехалась на застежке. И, наверное, я бросила туда ее. Начните с бесплатного, ну, бесплатный интернет, ну, паспорт. Но здесь пластик, у меня пластика нет. Живот втянул. I'm sorry, Wi-Fi? What language? English. А вы на русском? Паспорт. И сейчас. Ну что?
Грация. Thank you very much. Что они тоже сюда всовывают в дырку, блядь. Русский, на русском. Что пишут? Паспорт. Пластиковый. Мне что, пластики лезть? Паспорт. Давайте попробуем по старому кимлику турецкому. Может, получится. Капец, у меня в телефоне вся моя жизнь. Но я, конечно, ему доверяю. По старому кимлику. Я же вам даю, вот он, русский. Бесплатный интернет. Блядь, почему сюда не поставят специального человека, который скажет, блядь, куда нажимать? Что? Сюда его. О, господи, сейчас ты еще туда засунься, и вообще будет too much. Просто я вам понюхала парфумы, мне там один понравился, вообще такой никогда не слышала, мне прям вообще он зашел. К одной подошла, говорю, Wi-Fi помогите подключить, ко второму подошла Wi-Fi, короче, они мне не помогают. Я говорю, да пошли вы нахрен, ничего, я покупать у вас не буду, мне в Будапеште 8 часов сидеть там, часы. Я там полазю спокойно, посмотрю, что мне надо. Ну все. Даже не хочу ничего мерить, смотреть. К трем человекам подошла. Блять, вам что, тяжело просто подойти, показать, что делать? Конченый, извините за мой французский, но у меня уже прям это... Ладно, пошлите, сколько у нас по времени? Так, у нас 220... Я забыла 15-й айфон в машине. Бурака. Курилка зашла. Говорю, блядь, помогите кто-нибудь подключиться к Wi-Fi, блин, не получается. Мужик такой симпатичный сидел. А тебе Wi-Fi нужен? Я говорю, ага. Так я сейчас к тебе к своему подключу. Я ему пишу, говорю. Бурак, говорю, пожалуйста, посмотри в сумке, говорю, в другой. Я говорю, мой телефон. У меня нет телефона, потому что проходила же контроль. Ложила компьютер, телефон вынимала. Давайте немножко аэропорта. Внутри сделано, может, что-то, а не видео. Говорю, я без телефона, посмотри в сумке. Он говорит, Марина, он у меня. 228 выход. Вниз надо спускаться, наверное. Я это сама. Ага, 228 внизу. Говорит, он у меня. Я говорю, где он был? Он говорит, выпал. Я в машину села, куча сумок. Девчонки, ну я еще так уезжала на веселье. В том плане, что типа попрощалась, села. Я говорю, выключи, пожалуйста, мой телефон. Он говорит, я сейчас с ним полазю. Думаю, ну давай, чувак, полази. Я говорю, мы с тобой поругаемся, если ты не полазишь. А лучше там не лазить. Короче. Так, смотрим. Будапешт. Вот он. 228 выход. На, не, правильно? Ну да, правильно. Ой, телефон. Не, у меня есть на что снимать. Я снимаю на этот, на 12-й, кстати. Мне на него больше нравится снимать. У меня здесь, я его сама покупала, кэшем платила. Здесь памяти много. Можно снимать на него много. А на том телефоне, который был мне подарен, понятное дело, там сэкономили, памяти нифига нет. Так неудобно. 228. А, вот он, все, я думала вниз. Это мой. Пойдемте сядем. А что толку садиться, если Wi-Fi нет? Я привыкла стоять, жопу в себя втягивая. Прям вообще, она и так уже, у меня ее не было. Сейчас она еще постарела, подвисла. И сейчас я еще и хожу теперь, задница втянута. Короче, если он залезет в мой телефон, а я бы залезла. Мне интересно комментарий пишите. А вы бы залезли в телефон вот, ну, своего партнера, поискать там что-то? Он знает мои коды от всех телефонов. Он спокойно может открыть его и все. У меня получается, типа, если фейс-контроль не работает, запрашивается код, он знает мой код. Ну что, значит, чему быть, тому не миновать.
Так, какая разница, какая разная температура тела у людей? Кто-то стоит в кофте, кто-то в ветровке, кто-то вот с такой короткой майкой. Это я про себя в том плане, что у меня тоже короткая майка, и кофта снимается, одевается, потому что приливы просто идут. Поэтому, когда я Саше покупала этот костюм, я специально тоже почему-то выбирала ей вот на молнии. Легче снимать, чем через голову. Потому что у меня 3 айфона, 4 еще дома лежит. Что я по этому поводу думаю? Мне, в принципе, скрывать нечего, но... Там личное мое пространство. Даже если он выключится, потому что сядет батарея, а он там, я его прям полностью забила. Даже если сядет батарея, это же, ну, можно ее зарядить. Все, садимся. Коридор счастья. Нажимала у меня мышка за телефон. А потом подумала, ну, в принципе, там только шел смс-ки. От Карла можно попереводить на итальянский язык. Очень снимаются тоже в счастливом коридоре. Ну, забываются переводить, в принципе. Вот, а так. Лучше будет. Слушайте, знаете, сколько всего много происходит сейчас в моей жизни. И мне так хочется рассказать. Я бы, наверное, если бы рассказала, потопила бы. Скобочка. Несколько, какое-то количество людей, вам знакомых, которые принимали участие в развитии этого канала. Но, ну, не в развитии в этом канале, а, ну, короче, я их развивала как личности, потому что их никто не знал до меня. Не могу, не позволяет совесть, воспитание мое личное. Сейчас посмотрю, там начали бежать, как крысы с корабля. Понимаете, какое у меня хоть место? 7 мое счастливое число. Иди. Я сама украю все. Good morning, ladies and gentlemen and children. Thank you for choosing us today. On behalf of Sun Express and entire crew, we would like to welcome you on board. My name is Shirin and I am the cabin chief on board. Together with my colleagues, Ejan, Ilan and Anam, we are responsible for your comfort and flight safety. If any of our children have a special request or questions, please contact my colleague, Ilan. She'll be waiting to help you. We wish you a pleasant flight and would appreciate your attention during the morning. Be safe and awesome. Thank you. Приземлились, я, конечно, заснула, задремала, включила этот паштаб. Открывается, неудобно, некуда лечь. Я на лучшее купила спать, потому что я уставшая, я позавчера работала. Вчера, нужно идти. Самолет приземлился и стоит ни влево, ни вправо. Все встали и стоят. Чё, блядь, стоят в проходе? Просто тупо дайте выйти передним, потом подтянетесь. Я научилась. Встал. Да, Будапешт. Сейчас надо до кого-то подолбаться. Вот я там в самолете могу сидеть. Чтобы мне включили интернет. И я спать сейчас я найду. Откуда мы и что? Я хочу просто нормально лечь. 3 дня
утром вставала, очень поздно ложилась. Ой, ну мне тут гулять до вечера. И там надо найти где-то спальное место хорошее, завести будильник, еще раз проверить свой билет там туда-сюда. В туалет сейчас сходить. Может, что-то перекусить даже. Да, интересно, что там с моим телефоном, что он там, бля, 100% же там что-то читал, смотрел, фоток у меня там нет, ничего, не это самое. Они у меня в другом телефоне закодированы. Жарко мне. Говорю, мне на Италию куда? Такая очередь. Говорю, здесь паспорт не контролирует. И там еще люди. Я устала. Уже ко второму пошла. Да куда мне идти? Мне в Милан надо. Очередь вообще огромная. Она просто не двигается, эта очередь. Надеюсь, мне никуда. Теперь будем ходить за ним, да. Что этот мальчик мне в китайский влез, когда я, блядь, спрашиваю, куда мне в Европу лететь надо? Я прошла один паспортный контроль. Теперь куда? I'm sorry. Скузи. И я куда? В Италию. А, вот это... Тут-то Италия? Какие неразвитые причины... Плечевые суставы, блядь. Куда мне ехать? Куда мне, блядь, нафиг идти? Я не понимаю. Они ждут багаж. Куда? Блядь, куда мне идти? Ну, зашла я... А, я не знаю. Девочки, мальчики, вообще... Это какой-то трэш. Не получают багажи. Кто, блядь, не спросишь, никто не знает, кто куда идти. Блядь, дети в этих самых, а я иду в майке, мне жарко. Блядь, спросить не у кого. Один мне сказал, что мне надо подняться наверх. Блядь, ни курилки, ни хрена. Это не на выход из города стоит. Смотрите, такси, автобус, блядь. Может, мне поставили вообще, я не знаю что. Нет, мне кажется, что-то я не туда стою, какая-то такое предчувствие, чуйка. Пойду-ка я еще раз переспрошу, что-то мне это не нравится. А что они туда, если они стоят на такси или на автобус, что ж они так долго стоят? Они, видите, получают багаж. Все правильно, это багаж и на выход из города. Ну, а мне транзит. Может, и вообще не надо было тот контроль проходить? Может, мне теперь надо будет выйти и опять за... по новой заходить в аэропорт? Что-то я вообще не могу понять. Все правильно, они получают багаж и выходят. Просто они не двигаются. Все правильно, ну... А мне-то не надо на выход. Мне вообще сказали на второй этаж подняться. Все, я пошла им мозги долбать буду сейчас. Сори. Кому долбать? Где кому долбать? Где вообще работники, получающие зарплату? У меня кому-то. Вообще не понимаю. Будапешт. Как я зашла, хорошо, ченч, наши деньги, хорошо. Мне надо поменять доллары, мне говорят доллары дал, лишь только их надо найти. А у нее сейчас я спрошу, куда мы ей, сейчас я сначала спрошу уже, а потом найду эти доллары и поменяю здесь доллары. I can't go Italy. When you go... This is a minibus company. We take
city. Так я не хочу non-go city, go Italy. No, English. I don't know. This is not information, this is minibus company. Молодец, Олечка. Идиотка. Это женщина, которая здесь на обменнике, очень молодец. И удачи, хорошего здоровья. Тоже удачи, хорошего здоровья. Видно, не стану гистала, или просто, наверное, мало в жизни секса. И, говорит, нельзя поменять доллары на евро. Я говорю, куда мне идти? Она говорит, куда? И наверх. Не на выход, а наверх. Они просто стояли полчаса, вот здесь вот просто стояли люди полчаса, просто не очередь вообще не двигалась. Они просто были непроходимые. У меня сегодня целый день гулять в аэропорту. Ну, я потом, конечно, расскажу, как этот билет взяли, что и как. Это на выход, а вот на второй этаж поднимаемся, это мы входим в аэропорт, и там, наверное, будет сейчас еще один паспортный контроль, если я так поняла. Угу. И в кафешечку где-то на перекусик, и потом лечь поспать. Встали и стоят. Так, Марина Владимировна, животы втянули, лопатки соединили, все. Все будет хорошо, уже все хорошо. Спасибо Господу за прекрасное утро, за здоровье, за здравый смысл в жизни. Каждого он свой, поэтому надо уважать мнение и выбор других. Все. Ничего не знаю. На позитиве. Максимум из минимума. Из минимума негатива выжимаем максимум позитива. Так, ну и сама мне сказала, что тетя, что она какая-то тупая. Сама обозвала женщину. Все, теперь куда мне? Паспортный контроль мне. Мне надо зачеканиться. Или не надо, что куда мне идти, я не понимаю. Я пойду за ними. Ребенок ко мне подошел, девочка маленькая. Ты вам чем-то поможешь видеть, что я растеряна? Мне в Италию надо поехать. Она говорит, это у вас есть багаж, который у вас есть? Я говорю, да. Она говорит, вам тогда сюда. А я говорю, сюда? Она туда. Они разговаривают на русском, прикиньте. Блин, я в шоке. Я просто подошла, вот так телефон ткнула, и машинка вот эта открылась. Блядь, куда как дошли технологии? Они разговаривают на русском, я в том плане, что я уже у второго спросила человека, вот первый парень, и вот сейчас девушка сама, она сама подошла. Она, наверное, стажировку проходит в каком-то училище, потому что она прям любезно с утра сама подошла. Видишь, что я растеряна, я стою, блядь, не могу понять, что мне делать. Дай Бог здоровья мамочке, которая воспитала такую дочечку. Вот, все, проходим еще раз паспортный контроль и входим в аэропорт. Так, ну что, вышли, заставили снимать обувь. Вот, все, прошли. Кстати, у меня из Измира на вылете забрали открывашку, которую барон дарил для, ну, вино, бутылки всякие. Открывашку забрали, хотя я с ней летала уже сколько месяцев. И у меня ее никогда не забирали. Она у меня была в сумке, а тут прям забрали. Ну что, нам сегодня можно прям ходить, гулять здесь, гулять. Пора поесть. Кто-то написал в комментариях вчера, как ее пустили, зачем ее пустили, говорит, на кухню. Она говорит, там все пожрет на халяву. В смысле на халяву? Это входит в условия твоего рабочего дня, что тебя должны два раза покормить. Я там один раз покормилась. Что значит? Ну, где мы курим, я не понял вообще. Я просто ем аппетит. А что вы думаете? Я просто ем аппетит. Отношусь к еде очень с уважением. И да, у меня студенческие годы были самые... Давайте, кого спросить? Самые трезвые, бездомные. Есть ничего.